Всем привет, друзья! Вы на канале ТНТ Фокс. Сегодня выбрался в лес по вашим просьбам доснять видосы с бидоном. Смотрите, вот такой бидон есть. Вот так мы его потрепали в прошлой серии. Давайте я вам покажу. Так, смотрите. Вот это просто мощь. Обязательно зацените предыдущие две серии. Было очень классно. Смотрите. Вот так вот. Практически всю краску сняли отсюда. Что ж, на сегодня есть вот такая, вот такой набор петард, очень много разных. Взял по вашим просьбам еще каких-то мощных разных. Смотрите, есть такой Corsair 12, Corsair 8, вот такой Crazy Robots. И вот такие большие мощные петарды, которые мы еще не взрывали. Что ж, давайте тестить. Так, начнем с вот этих треугольничков, пожалуй, и малышек разных. О, думаю, будет интересно. Так, где бы его повзрывать? Давайте вот здесь, что ли. Хотя здесь солнце, но не знаю. Давайте попробуем здесь. О, думаю, будет интересно. Так, приступим. Берем. Первый бахнем. Вот такой мячик. Сюда его на горочку. И ставим бидон. Не знаю, взрывется или нет. Посмотрим. Вообще как-то слабо-слабо. Так, теперь вот такая капсулка К-77. Проверим мощь ее. Тоже не очень мощная. На очереди будет вот такой треугольник. Кстати, ребят, кто хочет, чтобы я взрывал треугольники упаковками, напишите в комментарии. Именно такие треугольники буду взрывать упаковками. Если вам это интересно, сниму для вас такой ролик. Раньше, помню, когда-то снимал. Было очень интересно. Лупануло хорошо. Так, ставим. Так, теперь вот такой побольше треугольник, но, как по мне, он намного слабее. Видите? Не знаю, может быть, потом переместиться где-то в другое место, повзрывать. Ну, чтобы солнце не светило. Не всегда это возможно, потому что везде деревья и не будет видно сам полет. Здесь такое местечко хорошее. Так, Thunder King на очереди. Не знаю, на камеру должно быть хорошо видно, но мне светит вот это солнце в глаза. На камеру вроде бы всегда хорошо. Тач, такс. Черная кошечка. Хм. Как думаете, она взорвется или нет? Что-то там на вид она пустая. Ну-ка, давайте. Не. Так, пираточка. Есть взрывчики. Так, вот эту возьмем и вот эти кандидаты. Опа. Так, взрываем К5000С. Ну-ка, так лучше будет в эту сторону. Да. Ладно, если что, повзрываем еще и там. Так, ставим. Блин.
Ну, короче, вот так вот подлетел. Невысоко. Что-то камера вырубилась. Скрим. Не знаю, тоже сработает или нет. Что-то не всегда они взрываются. Если взорвется, будет хорошо. Есть полет. Смотрите, какая тут дыра уже черная. Разворотила холмик. Так, есть вот такая черная петарда. Честно, не помню, что за фирма. Всегда забиваю. Комета вроде бы, а как называется, не знаю. Думал, будет помощнее. Такс. P2000. Смотрите, как дым осел. Прям вообще прям на солнце. Так. Просто в ту сторону будет моя тень. Неудобно будет снимать. Все закрывать будет. Так, кобра. Так. Опача. Что это за писк? Кобра никогда не пищала. Да, здесь должно быть хорошо видно. Так, вот место. Берем еще петарды. Возьмем вот эти. 4 больших. Так, берем, что у нас тут есть. Корсар 6. Так и быть, немного тень будет видно, но зато солнце не светит. Так, ставим Корсар 6. Будем здесь взрывать. Вау. Хорошо пошло. Так. Наконец-то солнце зашло, а то так жарко. Ужас. Стараюсь для вас снимать новые ролики, чтобы канал не пустовал. Так, Super Benjer P5000 следующий. Так что обязательно, ребят, поддержите канал лайком, приятным комментарием. Мне очень приятно, когда вы пишете классные комменты. Кстати, по поводу новых видео тоже пишите. Ой, теперь просто шикарно видно. Дырень уже конкретная. Смотрите. Давайте Crazy Robots. Бетон просто создан для взрывов. Следующая супер мощная Crazy Man. Маленькая петарда, но намного мощнее, чем большие. Хорошо сделали. Поэтому, ребят, рекомендую покупать. Так. Crazy Man установим. О, шикарный взрыв. Забегался, ребята.
Опа. Так, возьмем еще эти, все, что остались, и давайте взрывать. Смотрите, тут какая дыра, холм уничтожили. Так, сейчас будет супер мощный взрыв от Корсара 8, это просто нечто. Посмотрите, как летит бидон. Так, поехали. Я отойду подальше. Ё-моё, разорвался, ребят. Все. Это топ. Топ контент, ребят. Смотрите, какая дыра. Вот это Корсар 8 мощь. Показал всем большим петардам, как надо взрываться. Блин, я даже не знаю. Ну давайте довзрываем эти большие, посмотрим, как они еще здесь взрываются. Может быть, загнуть, ребят? Не знаю, как-то получится. Хотя... Ух! О, так получилось чуть-чуть. Еще хватит, чтобы парочку раз взорвать, и все. С бидоном покончено, ребят, то, кто смотрел этот ролик с бидоном, вам обязательно благодарочка от меня за то, что вы ждали этот видос. Также предложите, какие петарды еще повзрывать, какие бидончики, может быть, еще бидончики хотите, обязательно пишите, буду взрывать. Так, давайте взрывать эти, что остались петарды. Должно тоже пахнуть, хотя Ахтунг может просрать. Еще больше разорвалось. Это жесть. Вот это бахнуло. Так, сейчас мы его еще раз загнем. Получается. Как там вот эти рогалики пекут? Загинают лист. Так мы загинаем бидон. Для мощного взрыва. Блин, тут уже не загинается, ребят. Вот так его как-то загну. Ну-ка. Получится поставить? Получится. Куда он денется? Да? Сейчас мы его довзрываем. Ну-ка. Получится накрыть? Получится. Так. Ну что, погнали. Упс. Будет пушка. Ну все, он полностью разорвался, как видите. Сейчас покажу поближе. О, полностью. Был бы еще Корсар 8, полностью бы разорвало. Ну и так хорошо, смотрите. Бидончик просто раскрылся. Не знаю, вообще. Полностью практически. Разорвало его тут по швам. Оно мощное. Что ж, вот такие мощные петарды сегодня были. Если хотите еще, пишите слово «хочу» в комментарии. Обязательно возьму какой-то новый бидон. Придется купить что-то интересное. Какой бы цвет вы хотели бидона, тоже можете написать. Буду подбирать, что-то покупать. Посмотрим. Надеюсь, ролик вам понравился, ребят. Ставьте лайки обязательно. Подписка на канал, чтобы не пропустить таких мощных взрывов в следующий раз. Подпишитесь также на второй канал. Ссылка будет здесь, а также внизу в описании. На втором канале также выходят достойные видео с пиротехникой, очень классные. Поэтому, ребятки, обязательно подписывайтесь. Рекомендую. Смотрите, здесь 4 ролика, они тоже классные, может быть, вы еще не видели. Ребят, смотрите, еще как стреляет эмаль. Это просто мощь. Не знаю, мне показалось или зависала камера, когда я что-то двигаю. Вроде бы нет. Если вдруг что-то зависает, обязательно пишите в комменты. Будем решать как-то проблему, а то, может быть, камера зависает, а я не вижу. Также монтируется ролик с этими лагами, может быть. Я не всегда просматриваю видео, которое смонтировал. Поэтому, ребят, обязательно посмотрите. Если вдруг какие-то лаги, пишите в комментарии. Будем исправлять. Что ж, подписывайтесь на канал. Рекомендую подписку. Подписку на второй канал. Смотрите, какие петарды я взрываю, такие покупайте. Очень классные. Я галимые петарды не беру. Ну, в принципе, я разные петарды беру, но всегда говорю и советую, какие петарды вам покупать. Что ж, ребят.
Смотрите также здесь 4 ролика. Пока-пока, ребят, до новых встреч.